Любовь сильнее страха. Мы – музыканты. Выпускники Республиканской гимназии колледжа при Белорусской академии музыки. Лауреаты международных конкурсов, магистры и кандидаты искусствоведения. На концертных и театральных площадках, университетских классах. На международных конференциях и на страницах ведущих изданий. Мы, по сути, являемся культурными послами Беларуси по всему миру. Мы требуем освободить Марию Колесникову и всех политических заключенных. И прекратить репрессии против народа Беларуси. Прямо сейчас, каждый день. И даже в этот момент, пока вы смотрите это видео, неизвестные личности в масках и без опознавательных знаков, представляющие нынешнюю незаконную власть, похищают, задерживают, избивают, уничтожают мирных белорусов. Против тех, кто осмелился выразить свое несогласие с существующим положением дел, фабрикуют уголовные дела и бросают в тюрьмы как преступников, в то время как настоящие бандиты в балаклавах и судейских мантиях продолжают безнаказанно вершить беззаконие. Мария Колесникова не занимается. Маша!